Ивановская сборная паралимпийцев вновь отправилась на региональные соревнования. Областная 5-я пара спартакиада по традиции пройдет в лагере «Березовая роща» с 1 по 4 сентября. В состав команды вошли 18 спортсменов. Среди них неоднократные призеры по пауэрлифтингу, плаванию, шахматам. Все предыдущие годы ивановские паралимпийцы показывали отличные результаты. В командном зачете сборная областного центра становилась золотым призером 4 раза подряд. Спортсмены надеются, что со временем будет расширен список тех видов спорта, в которых могут принимать участие люди с ограниченными возможностями здоровья. У нас традиционные виды спорта – это арм-спорт, это пауэрлифтинг, это плавание, шахматы, голбол, это игра слепых. Конечно, хотелось бы увидеть уже и новые виды спорта, но правда. Сейчас для некоторых не сезон, например, как лыжи. Очень интересный вид спорта для инвалидов. Думаю, что можно, конечно, и в этом направлении нашим, скажем так, организаторам соревнований подумать, спортивную делать не только день. 8, 9, 10.